Так, всем привет, это у нас рандом. Рандом на Найксе. Попался рандомчик. Что ж, сыграем на Найксе. Стараемся сделать красивую игру. Стандартную красивую игру. Что-то так подумал, может быть через Радиант сыграть, просто попробовать, в принципе. Реально. Год дебют. Через радик на Найксе. Годный почему? Потому что рейдж нажимаешь, и ты как бы типа неуязвимый в файте, еще и радианс работает очень сильно. Будет дамажить. Ну, сейчас посмотрим, что пикнет команда, что пикнет вражеская команда. И уже будем отталкиваться непосредственно от пиков. Либо по дефолту через молнии даггер. Молнии даггер. Также есть дизолятор плюс кираса еще билд тоже. Рамлет, даггер, дизолятор, кираса. Там дэмэджа просто тонна. Нарада лучше через рамлет, дизолятор, кираса вот так. Просто с радиансом Найкс, это тот Найкс, который фармит. Очень сильно фармит, потому что слишком много у него фарм потенциала за счет радианса. Но вот именно через дизолятор. Это боевой Найкс. Может драться постоянно, причем или через молнии, я не знаю, уже забудется. Омник, да, наверное, через молнии. Диффуз буду брать еще по-любому, чтобы замедлять уже омника, я имею в виду замедлять, а снимать с него эффекты его. Ну и запа героев у нас только, в принципе, один пока что. Умник Найт неприятный. Ну и забы я его сижу по 83-й карте. По 85-й карте тут жабы типа нету, я знаю. Ну, посмотрим. Посмотрим. Кстати, даже на мейне давно на Найксе не играл. Забыл даже, что это такое вообще Найкс. 820 золотых на старте, это, конечно, жестко. Это очень сильно жестко. Давай попробуем. Так. Пак стоп, идет фармить. Мид Ксин. Ладно, пошли вниз. С чем тебе топорик? Сука. Нет, я лайн. Ладно, пойдем лесочек постоим. Короче, отжали у меня лес, точнее лайн. Я вырублю чат, пожалуй. Звуки музыки. Точнее, эффект героя вырублю, потому что неприятные у него звуки. И он рычит, скулит, что-то там. Сейчас надо накопить на щиточек. И, в принципе, буду просто фармить, наверное, фаст мидос. И, не знаю, ну через лес будем играть. Ну, потому что обезьяны забрали у меня лайн. Это хочет фармить с нуликом. Втором пойду, короче. Сразу сейчас вырублю, чтобы не мигал. Нет, он сейчас начнет не мигать. Что я плохой всякой такой. Мне вообще без разницы. Пуриончик. По фарму чемпиончик. Under attack.
Все, поползли мы в лес, короче. Все, теперь мне вообще пофиг, в принципе, на крипов лесных, на любых, даже на больших. Просто пойду в лес стоять. Хотя мне так хорошо стоялось, на самом деле, на линии. Я мог дрон убивать, наверное. Там второй уровень умника, вряд ли. Там второй уровень умника, вряд ли я смогу убить Фуриона. Ну ладно, будем стоять свой лайн. Ну, я имею в виду лес добить. Мак ушел в АФК. Садочку. То есть АФК постоит, а пока пофармлю крипов его. Лайновых. Идея хорошая. У него. Он мне, кстати, третьего уровня. Так, ну 500 золотых. Сейчас я куплю себе, наверное, Мидас. Ну что, у меня прям очень много фарма. Эй, вернулся. Уходишь, я пошел дальше лес. Точнее, лайн бить. Если ты уходишь, как раз там стак сейчас себе сделаю. Хорош. Но он там гусик дать не хочет. Он хера мне дать не хочет. Стопает атаку. Ну, Мидас на такой минуте, это, конечно, очень круто. Сейчас на 6 уровне приду, вылезу с крипа, чтобы меня не убил омник своим подхилом, и буду дальше стоять лайн. 6 апну только. Блин, Мидас реально на 5-й минуте такой. Конечно, сильно. Можно было еще нора раньше сделать, если бы я не брал себе этот. Вы поняли. Если бы я не брал себе первый скилл. Ой, перманшилд, точнее. Ну, перманшилд очень важная тема. Его не брать, это глупо. Наверное. Сейчас ботинок возьму себе. Очень важная вещь все равно, ботинка.
Даже можно ТП-шку взять с собой. Чтобы если что, ТП нажать куда-нибудь. Нормально. Думаю, ничего не сделаем. Надо на лайн возвращаться. Сейчас через лес на лайн вернусь. Там 6 уровень, умник, офигеть. Плохо, он так пофармил. Спустили там. Мочили, он расслабонил. Я мог себе купить Мёльнир на 8 минуте, если чё. А я выбрал Мидас. Там киллинг спри у Некрофоса. Между прочим. Давай, наверное, сразу замакшу вторую, чтобы максимально много урона бить по крипам. Вот четко. Че он там летает, непонятно. То он уходит, то он подходит. Но кашет что ли постоянно? Пойдет фармить лайн, господи. Он странный. Поведение мне его бесит. 0-3 шейкер, отлично. Шейкер чисто против меня играет парень. Не даст в этого крипа, не буду бросать, брошу в этого большого. СДД решил прийти, да? Команда, кстати, гнобит. Точнее, пипитью сосет. Ну там шейкер, дурачок, топориком. Я вообще не удивлен, потому что он твидит. Эпически отважный дурачок на шейкере. Все как всегда. Догон сразу. Must have. Так, ну скоро уже будет армлет. И вот после армлета уже будем думать, что дальше. Ну тут, да, тут такой сапчик. Арканы, умника. Да вроде клево делается. Вообще херевший друг. Армлетик летит уже. Не его убьют там, нет? Его не убьют, походу, еще. Они убили. Что-то Магнус бычит. Our forces are under attack.
Brethren's town is under attack. СФ. Так и знал, что тикс работает. Надо было не лезть. Ну ладно. Было просто убегать с этим армлетом. Ну блин, там было предсказуемо, что некор убьет. Вот что плохо армлет, это против некор то, что он аура эти убивает. Фигово. Да. На, ебень без ультимейта играет здесь еще. Дагон. У него shift в 3. Что за наркоман? Арканами. А, мои глаза, помогите. Они отказали мне. Дагон. Минус 5, кстати. Отлично. Или через орчиц играть. Там много кого можно затыкать от скиллов того же омника. Знаешь, придумать просто как и полагается. Через дагер, диффуз. Микра не пробью, скорее всего. Мало урона. Чтобы его пробить. Или взять себе все же свой любимый мом. Так, ну Магнус без скивера. Надо ловить его. На реку ушел. Дагер есть там. Сейчас тп-шку куплю себе. Тиммейты подфидониваем, да? Просто бегает, подставляется, ну, типа, вообще, ох, понимаю.
А, ну СРП сейчас даст. Без армлета бью, блядь, дурак, только сейчас понял. Там некр живу. Некр далеко, отлично. Найс, шейкер его спас. Да было просто по лесу надо бежать, зря я ТП нажал, ну ладно. Ну, я буду через лес бежать и убивать крипалку. То, что будет по пути. Летит. Так, суицидник. Пак именно суицидник такой, прям матерый. Блин, ну так не хочу топорик продавать до самого конца, грубо говоря, потому что там, там типа фурион, который может меня напрячь в один момент очень сильно этим, тем, что он с топориком. Что если я сделаю так, что ты сделаешь? Теперь. Я понял, ты нихуя не делаешь. Керась, он задр. Мом? Серьезно? А, не реюзается, аж когда по тару убиваешь. Что-то денег слишком много стало. Under attack.
Четко, надо идти ломать тауры. Шафток. Блин, ну так я хочу выкидывать этот. Я, наверное, сейчас после Яшу власти соберу. Ну, типа, чтобы Фурион, топорик был до конца у меня. Потом Сашу Яшу, а потом только доберу уже все остальное. Блин, вообще дагер желательно сейчас взять. Сам деле вот. Дагер Башер это вот идеально будет. Может реально просто дагер Башер купить и все. У меня, в принципе, так уже Саша Яша получается. Дагер Башер. А потом Тревела возьму. И пофиг, что там Фурион. По фарму чемпион. Диффуз бы купить кому-то, тоже было бы неплохо. Я бы сказал, даже было обалденно бы. МРП, конечно, будет тоже очень много решать. Ура, вообще, я так понимаю, без нон-стопа. Просто до конца, до победы идет. Эй, не успеешь, самое обидное, что улетит. Блять, пошел. Сука, козел. Улетел. Татар собирает себе. Интересный фурион. Ладно, так уж и быть, давай, наверное, продам топор. Блин, с этим топором уже фармлю так быстро. О, привет. Некор с гастом, кстати. Не, диффуз сейчас все куплю. Кикбашер, это диффуз нужен. Иначе будет GG. Без диффузала тут-то. Потом вместо вот этого куплю башер себе. И Яшу, наверное, тоже продам. Хотя, блин, Яша этому спит. Так, спит, все дела. Шина бы убить попробовать. Попробовать бы. Вообще прекрасно. Дай регенерацию, пожалуйста, дота. Там РП сейчас нет, надо что-то делать. Чё за руна, копейка? Очень полезная руна, спасибо. Маны мало очень, боюсь драться. Ну, похуй, пойдёмся. Пойдём. Не жал диффуз, потому что знал, что оно блинкуется моментально. Мне аркан нужен. А, ты с даггером, черт, не умеет свою. Oh,
Посмотри, чтобы были в файте, это очень важно. Помоги мне, Бог. Ай, я прям в этот момент переключился, дурачок. Ай-яй-яй. Фура с татаром. Летит уже хищник за ним. Сейчас подождем Фуриона, он по-любому появится. Вот, чпокнем. А, у него там фул хп, фу, мало маны, мало хп, он вряд ли полетит, я думаю. Будем дальше фермить. А, красавчик сейчас сфидит. Молодец. Отлично сыграно, бро. Временем Фурион продолжает заниматься своими делами грязными. Настоящий, кстати, чего его так жестко пинают? Гоу пуш. Там РП нету, гоу. Пойду топ попушу немножко. Тут парка не стоит четко. Тролля и забирают нормально.
Зарляб на самом деле реально иметь какой-нибудь. Да без сау, потому что он меня перебьет. Скорее всего лес где-то фармит. Поиск короля. Бля, не драться хотя бы, могу. Всех покромсал. Там хекс фуру собирает. Ты конченый на дубе своем. Ладно, не заигрываться, сейчас отойти. Ебать больно. У тебя ульт есть. Лучший пак, которого я когда-либо видел. Нагончик. Блин, Магнус слишком сильно, конечно, мешает, типа дает РП и все. Не могу бляться, мне башер нужен, короче. Сейчас башер все куплю. Попробую с башером что-то сделать. Тролль с критами. То остался башер, баттерфляй, наверное, вот так вот лучше. Ну ловите его. Просто пришел и убежал. Нормально, понимаю. Почему бы и нет. Так. Т2 го сломаем. До башер осталось. Муншар поглочу. Ну давайте, гоу!
Твари ебаные. Тупые просто. Был бы башер, я бы его убил сейчас быстрее, и потом на некро взялся. Так, конечно, я не могу его это сделать. Еще и на рипер, сука. На паке еще все игрок ПК. Че его не видел нахуй. Там уже эзерил, кстати. Даггер себе купить реально, походу. Надо самому играть здесь начинать. Тупо они тупые. У тебя достов нет ничего. О, проснулся. Так. Наверное, дагер возьму. Сколько тут еще? 160 стоит продать его. Продам. Нафига стоит. Хахакает он, блядь, бич. Ёбаный, блядь. Ха-ха, ебать, ему смешно. Сейчас игру проебем ему, блядь, ха-ха. Ха-ха, ебать, смешно. Там же будет он с некро после байбека, можно ёбнуть. Пизда тебе, дружок.
Все, они без некро уже ничего не сделают нам. Там дамажит тупо некому. Этого бомжа еще если убьют, будет вообще идеально. Сюда идешь? Сюда идешь, давай, иди сюда. Ха-ха, блядь, ха-ха, смешно. Ха-ха. Смешно ему. Ха-ха-ха. Офигеть, как смешно. Я его наставлю сломать им. Дальше пусть все делают, что хотят. Пусть хоть фидят, хоть бегают жопой, раконькой, к ним вообще без разницы. Ладно, наставлю поломать. Все. Мега крипа есть, я спокоен. Животное. Просто берет, дропает шмотку, не дает мне взять. Ужасные тиммейты, просто ужасные. Фантастический хреновый. Надеюсь, он ливнет, ему лив дадут. Хотя какая разница, конец сезона. Вообще без разницы, кому там что дадут. Даже кикнул с удовольствием. Да, это он и делал ту дичь. Успел залезть в крипа. Там тоже не заспел, его даже не было рядом. Ой, блядь, проебали мы, короче.
Мне надо доиграть эту игру уже. Ну, животное же, как его еще называть? Ну, животное, получается. А, дазл хуярится прям в БМ-ку. Хилься. Сейчас батерфляй себе купим. ГГ верить им. Там сейчас диффуз куплю, бат. Хотя диффуз продавать в таком пике это бред. Там они омника юзают. Плюс там гост есть. Лучше продать даггер. Лучше даггер купить. Или вообще травала продать, или куруй пока возить, я не знаю. Огонь. Сейчас в сторону пойдут. Ну, они в стром пойдут и выиграют игру.
Our brethren's town is under attack. Мы еще проиграем, думал. Это капец, на последнем дыхании просто. Жесткая игра. Спасибо за просмотр, всем пока.